Назарбаева поддерживаю. Не всегда, не во всем, чаще, практически всегда не поддерживаю. Однако в этот раз поддерживаю мощно. Как известно, президент Назарбаев не принял участие в работе неформального саммита ОДКБ, который прошел сегодня в Москве. Президенты Армении, Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана, России общались, а наш не стал. Объяснений пока не последовало, но и слава богу, наше дело. Зауважал тоже. Молодец. Красава, мужской поступок. Я тоже был приятно удивлен. 9 мая наш президент был в элегантном костюме без колорадской ленточки. Кстати, на неофициальный саммит ОДКБ он не поехал. И по российскому ТВ ни слова о 9 мая в Астане. Обиделись.